Башкирии, Уфе, Аделия Петросян уже на льду для выполнения своей произвольной. Четверной флип. Да. Но продолжает нашу трансляцию и произвольную программу среди мужчин Егор. Сейчас она выводит очень интересную. В одиночном катании на этапе Гран-при. Происходит в Омске в рамках произвольной программы среди мужчин. Терновский самый высокий участник этих соревнований, спортсмен, который... С горящим сердцем выходит на лед чемпион. Стартовый номер в короткой программе соревнований мужчин-одиночников сегодня у еще одного. Четверной. Спортсменов сегодня представляет группу Виктории Буцаевой и Евгения. Yeah.
знаком с Матвеем Ветлугиным по его соревновательным программам прошлого года.